Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня я хочу вам представить свой очередной авторский узор. Я его назвала Верки. Для того, чтобы связать этот узор, нам нужно набрать количество петель, кратное 16. 16 петель у нас идет раппорт. И 8 петель мы набираем для симметрии узора. Значит, как мы вяжем? Первые 8 рядов мы вяжем челочной вязкой. Дальше начинаем вывязывать узор. Значит, что мы делаем? Вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше 4 петли считаем. Раз, два, три, четыре. И между петлями, вот, в четвертый промежуток, раз, два, три, в четвертый мы вставляем спицу, вытягиваем петлю, вот так вот. И дальше вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Возвращаемся обратно в этот же промежуток, вставляем спицу и вытягиваем петлю. Вот так вот. И снова вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это у нас уже идут петли симметрии. Изнаночный ряд вяжем таким образом. Вяжем 8 изнаночных. Сейчас исправим ошибку. Так, 8 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дальше вот эту снятую петлю, вытянутую, мы ее нить перед работой, и мы ее снимаем, на спицу не привязываем, вот так вот. Дальше вяжем 8 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Снова нить перед работой снимаем спицу вытянутую, не провязывая. И снова вяжем 8 изнаночных. Это уже у нас идут петли симметрии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и кромочная петля. Дальше вяжем таким образом. Вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Вот эту вот вытянутую петлю и лицевую мы привязываем вместе бабочкиной петлей изнаночной. Вот так. Дальше вставляем в этот же промежуток спицу, вытягиваем петлю, вяжем 6 изнаночных. Ой, 6 лицевых. Подождите, что у меня нить оборвалась. Вставляем обратно, вытягиваем петельку и вяжем 6 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вставляем спицу, вытягиваем петельку, а эту мы привязываем изнаночной
вытянутую и изнаночную мы провязываем классической петлей, вот так. И вяжем 8 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И кромочная. Изнаночный ряд вяжем таким образом. Вяжем 8 изнаночных. Раз, 9 изнаночных. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вот эту снятую, которую мы провязывали изнаночную, мы тоже вяжем изнаночной. 9. Вытянутую петельку мы снимаем, не провязывая. Вяжем 6 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Вытянутую петельку снимаем и провязываем 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Следующий ряд вяжем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять лицевых. Дальше вот эти две снятую и следующую провязываем изнаночной бабушкиной. Дальше вытягиваем петельку. Так, провязываем 4. Нитки путаются. Провязываем 4 лицевые. Раз, два, три, четыре. Петельку вытягиваем, эти две провязываем изнаночной классической и 9 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Следующий ряд вяжем таким образом. Вяжем уже 10 изнаночных, у нас тут получается 10 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Петельку вытянутую мы снимаем, не провязывая. Вяжем 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Петельку вытягиваем. 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и осталось у нас 2 последних ряда. Значит, провязываем тут 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. И
Изнаночной вяжем 2, снятую и следующую петлю мы вяжем бабушкиной изнаночной. Вытягиваем. Вяжем 2 лицевые. Снова петельку вытягиваем. Эту провязываем следующую вместе с снятой бабушкиной. И вяжем лицевые. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И кромочная. Следующий ряд вяжем таким образом. Вяжем 11 изнаночных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Вытянутую петельку мы снимаем, не провязывая. Вяжем 2 изнаночные. Снова снимаем, не провязывая. Вяжем до конца ряда изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и кромочная. Ну и последний ряд узора. Вяжем таким образом. Снимаем. Вяжем 11 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 2 вместе с вытянутой изнаночной бабушкиной, следующие 2 вместе изнаночной классической с вытянутой, и вяжем 11 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вот что у нас получается. Вот такой вот у нас получился веерочек. Изнаночный ряд мы тут вяжем полностью изнаночные. И потом начинаем асимметрично вывязывать вот уже на этих 8 петлях. 4 петли пропускаем, вытягиваем петельки. И у нас получится вот такая вот... в шахматном порядке. И еще этот узор можно связать вот так вот, как я связала, на изнаночных петлях, изнаночные лицевые. Но здесь вам надо будет провязать, когда вы закончите цветок, надо будет провязать 4 ряда чулочной вязкой, чтобы начать на вот этом вот, видите, когда провязали, вот, 8 рядов, ну, 4 лицевых и 4 изнаночных, и тогда только начинать увязывать цветок. Узор этот, даже можно сказать, что он двухсторонний, с изнанки он смотрится вот так. Ну вот и все, мои дорогие, прошу вас оценить мою работу. Всего вам хорошего, до свидания.